Всем привет! Приехал на рыбалочку, на карасика половить. Хотел заплыть в тот островок в Камыши, там половить. Взял лодку, все, а забыл насос. Ну, думаю, ладно, поставил две доночки и удочку 6-метровую забросил. На это уже здесь один крючок, типа фидера у меня стоит, оснастка. На траппер чесночный уже была поклевка, но не успел посечь, так как удочку снаряжал, забрасывал. А здесь три крючка, обычная донка китайская. Так что ловим карася. Так, а у нас кто-то сидит здесь. Конечно. Опа-опа. Есть первый. Карасик сидит молча, хотел перезабросить. Вот такой вот сковородочник. Ну, нормально, открылся сегодня. Такие поклевочки были. Тик-тик-тик потихонечку. Вот такой карась. Ладно, продолжаем ловить. Машкара вообще. У нас кто-то сидит здесь. Да. Карасик хотел перезабросить. А тут у нас кто-то сидит, небольшой. Иди сюда. Ух, какой резвый, а. Вот такой вот пумс. Куда ты хотел удрать? Вот такой вот карасик. Второй за сегодня. Также вроде дергал-дергал немножко. И перестал, домой дай проверю. А он там сидит спокойненько. Еще сколько с него. Так, продолжаем ловить. На трапперы клюет. Подергает, подергает, и тишина. Подсекается и сидит. Фу, мошки сколько. Леска вроде натягивается, а бубенчики не поднимаются. Маленькие, какие-то слабые поклевочки на траппер. У нас здесь кто-то сидит, по-моему. Так. Сейчас глянем. Леска дергается, дергается потихонечку. Да-да-да-да, карасик. Карасик, иди сюда. Опа. Есть. Вот так вот, на червя взял. На бойло не берет, на червячка взял. Нормальный карась. Сковородочник. Так, в садок его. Опа. Так, сейчас насажу новых червей, трапперов. И продолжаем ловить. Забрасываем такую котлеточку. Новенькую. Вот туда я там не так мелко. Ой, не так глубоко. Оп, упала на дно. То здесь немножко левее, глубина большая. И поклевочки пореже. Так, натянули. Опачки, все, ждем поклевочек. Спиннинг на дно не успела упасть. И, по-моему, клюнул сразу же. Это как так бывает, что ли? Сейчас проверим. Да, есть. Я его только забросил. Только забросил, чтоб это. На дно только упало. Подтягивать уже поклевочка. Обалдеть, первый раз так. И на траппер я червяка повешал, и траппер чесночный. Только забросил, на дно не успела упасть, уже на траппер карасик бахнул. Уп. Ладошечник с
сковородочник. Ну, нормально, чё, карась поактивнее стал. Сейчас новый траперочек одену и заброшу. Этот надо проверить, давно стоит уже, ни одной поклевки. Говорю же, здесь кто-то сидит, потому что давно поклевок не было. И тишина. Вот он, небольшой, но такой же, все в тине. Такой же вот карась идет на доночке. Удочку убрал, на удочку перестал клевать. Здесь траппер у меня был, стоял. Вот такой карасик. А здесь уже клюет на тот спиннинг, только забросил. Надо уже подсекать, наверное. Его. Так, чё он? Ослабла леска. Подтянем немножко. Так. Чё, сидит кто-то, наверное. Ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну, давай-давай-давай. Нет, тишина. Или сидит? Опа, сидит кто-то. Так. Небольшой карасик, наверное. Нет, рано дернул. Ладно, сейчас оба перезаброшу. Да, на червя клевал, червячка нет. Первым, по-моему, поклевочка. Да, кто-то есть. Кто-то может быть карасик ладошечный. Да-да-да-да-да. Вот он, вот он, вот он, вот он. Иди сюда. На червя взял. Вот такой карась. Какой-то у него хвост маленький. Кто-то ему хвост объел. На червяка. Такой сковородочник. Нормальненько. Опа. На червя взял. А здесь траппер один стоит у меня. Все, продолжаем ловить. Забросил, уже, по-моему, поклевочка. На дно не успевает падать, да? Ну-ну-ну-ну. Опа! На дно не успевает падать, только вот забросила опять поклевка. Это я местечко нашел. Бросал, бросал в разные места это. В одно место начал бросать, и это... Клюет, да, есть карасик. Ну-ка, иди сюда. Этот взял у нас на траппер. Тут же сразу. И на червя хватает, и на траппера хватает. Ну, сковородочник обычный. Нормально поперла рыбалочка. Так, сейчас снова... Траппера одену и забрасывать буду. Может, то, что я в прикормку добавил. Вчера сварил пшено и с укропом сделал. Потому что на обычную прикормку магазинную что-то как-то слабовато клевало. А только добавил в прикорм пшено с укропом. И все, попер карасик. Ладно, одеваем трапперочек и забрасываем. Так. Вот туда его. Опа, на дне. Так, все.
все. Сейчас может опять будет клевать. Сразу причем. Посмотрим. Я только забросил был сразу поклевочка. Ладно, ждем. Все затрясся. Но. Ослабла леска. Дергает, дергает. Ну давай еще. Дернешь. Опа! Сейчас-то, по-моему, я его подсек. Так. Зацепил троперком соседнюю леску. Слетел. Ну, цепляйся. Эх, блин. Зацепил спиннинг крючком. Вот так вот. Ну вот на червячка еще один карасик взял. Карасик-сковородочник. Сейчас я его подсек, подождал. И подсек. О, здесь уже нормально-то карасей получается. Так, насаживаем червя. Вот клюет и на червя, и на опарыша. Червь, опарыш. Сейчас насадим заново и забрасываем. Бросил, опять начал дергаться. И минуты не прошло, наверное. Сейчас посмотрим, как он возьмет. Да, дергает, дергает. Но, опа, да, есть. Еще один. Этот на кого взял? Траппер или червь? Сейчас посмотрим. Идет, 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 идет. Вон он, как он издевается над спиннингом. Вот он, вот он. Куда ты в камыши? О, этот немножко, по-моему. Да нет, такой же. Так, траппера нет. А на что он взял? Ну, этот поболя. На червя взял. Так. На червя вот такой вот карась. Траппер, наверное, отлетел, пока тянул. Так, в собак его. Ну ничего, рыбалочка пошла, а то с утра как-то так была. А это нормально. Мошка только съедает. Ну, главное, карась клюет. Ладно, насаживаем. Так. Отправляем за новой. За новым трофейчиком. Вот туда его. Где-то там карась клюет. Оп, на дно упал. Подтягиваем. Примерно так. Вот. И ждем поклевочек. Сейчас сразу будет клевать. Не отходя от кассы. По-моему, уже поклевка. Да. Смотрите. Вот только забросил. И поклевка. Ну. Нет. Или да. Ждем, подождем. Сразу подергал. Наверное, траппер, может, сбил. Нет, поклевочка, смотрите, как дергает. Ну, давай, давай. Давай, давай.
Да. Ну-ну-ну-ну. Ждем. Вот он сразу забрасываешь. Бывает, подсекаю сразу прямо. Вот он клюет. Ну. Опа. Так. Подсекли. Да, пошел, по-моему, в сторону. Или нет. Или маленький карасик. Да, сидит, сидит. Вот он. Идет, 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 идет. Иди сюда. Вот он. Этот на червя тоже взял. Вот такой карасик. Ну что, сковородочники поклевывают. Прям сами видели, не отходя от кассы. Ладно, сейчас перезаброшу. Одели новую катку. О, здесь клюет. По-моему. Дрожит. Так, тут чуть-чуть запуталось. Ну, очередную котлетку. Клюет, клюет второй спиннинг. Котлетка очередная за карасиком. Оп. На дне. Так, потянем. Одела два червя. То червь и опарыш одевал, а здесь вот у нас клюет. Ну-ка, да, есть. Есть карась. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, либо я леску зацепил. Куда ты? Ух. Нет, здесь он на второй уже клюет, пока этот тащу. Так. О, черный какой-то. Какой-то черный карасик. Здесь траппер стоял, у меня один крючок. Вот тоже сковородочник. Самый вкусный. Опа. Так. У нас, по-моему, на второй, пока доставал первый, на второй клевало. Сейчас подтянем, глянем. Оп. Клевало ли так? Да, да, клюет, вот он. На второй. Ну. Наверное, надо один спиннинг убрать, я не успеваю. На два спиннинга сразу. Поклевки только провориваю. Ладно, нет, 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 вот он, вот он, вот он, вот он. Ну давай, хорошо, дерни. Да, сидит, 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 сидит. Сидит. Это рыбалка. Сейчас я карася так надергаю полный садок. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот, иди на берег. Ну, на червя, как бы я заметил, немножко побольше клюет. А на траппер поменьше. Ну, сковородочники, ну что. Как приятно-то так ловить. На такой рыбалочке. Все. Эх. Нормально, что карасик ловится. Сейчас буду перезабрасывать, сразу два забрасывать. Все, ловим. Вот на первый спиннинг. Дергается, дергается. Второй ослаб. Что-то. А что он ослаб? Потому что тут кто-то сидит у нас. Да, сидит.
по крайней мере, сидел. Сейчас что-то нет никого. Нет, есть, 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 есть. Вот он, вот он. Вот он, карась. Иди сюда. Опа. О, какой огромный. Ну, не огромный, я имею в виду. Чуть больше тех, которые с утра ловились. На червя покрупнее ловится. О, карасямба. Так. Ух. Ух, зацепился. Так, я думаю, наверное, и первый можно доставать. Что-то он как-то так дергается, дергается. Или не стоит. Подтянем просто. Оп. По-моему, сидит кто-то. Или нет? Ладно, сейчас этот перезаброшу и проверю. А, да-да. Да, и сидит. Не прошло и минуты. Как очередной карасик взял на червя. Вот он. Давай, 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 давай. В разные стороны, как он мечется. Оп, отцепился, молодец. Вот он, карасик. Ну-ка. О, уже сколько карасей. Сегодня жене опять работы будет, море. Будет чистить карасика. Так. Так. Червячок один есть, еще одного насадим. Так, есть у нас черви еще. Здесь подтянули. Ну все, успокойтесь уже. Вы уже дома. Все, забрасываю. Спиннинг. Поклевочка. Не буду его подсекать. Там много это, пустых поклевок. Вот так вот дергает, я подсекаю. И, короче, мимо. Пока сам не зацепится, не подсекется, не буду ее дергать. Там червяк стоит так, что он может проглотить. За кормушку сам подсекется. Пока не дернет нормально. Фу, мошки миллион. Ну. Вон, вон. Давай уже дергай нормально, чтоб я не в холостую спиннинг мотал. Ослабло. Сидит, наверное, потому что леска ослабла и дергается. Сейчас подтянем. Да, сидит. Опа. Ну, наверное, скоро буду домой собираться. Мошка съела просто. Живем. Карася наловил. Вон он аж выпрыгивает. Малыш маленький, вот поэтому он и дергал. Так. Опа. Вот такой вот карасик. Карасик. Ладно, продолжаем ловить. Бросил. Опять поклевочка. Трясется, трясется. Давай уже нормально подсекайся. Да, он сидит, наверное, тянет, тянет леску. Ну, ослабло, натянулось, ослабло. Сидит, наверное.
Опа! Ну, еще один карась. Значит, пошел в сторону. Давай, иди сюда. Это, по-моему, покрупнее немножко последнего карася. Ну, тоже сковородочник. Вот такой вот карасик. Самый вкусный. Без костей, если хорошо прожарить. Чуть крупнее, они уже кости с костями. Много мелких костей. Кушать неудобно. А это самый сковородочник. Эх. Машка съела напрочь. Ладно, продолжаем. Вот это вот поклевочка. Клюет, сидит. Карасик. Вот, наверное, будет завершающий карась на сегодня. Наловился я карасей. Меня просто мошки съели. Можно было бы еще сидеть и сидеть, но мошка съела напрочь. Весь в волдырях. Блин, еще и запутаешь. Конечно, как не запутать. Нет, мы аккуратненько выведем его. Так вот, на сегодня это завершающий маленький карасик. Хватит. Нарыбачился сегодня. Сейчас покажу, сколько словил всех карасей. О, малыш. Ну, я их отпущу. 5 штучек, наверное, побольше возьму. Во. Сколько карасищей. Нормальный улов за утро. Если б не мошки, можно было ловить и ловить. Сейчас я штучек 5 возьму. Попробую их закоптить. На жареху не буду брать, конечно. Там еще дома судачок есть. А карасика хочу покоптить. Что получится, посмотреть. Ни разу не ел копченого карася. Горячего копчения. Так как у меня сейчас коптилочка есть, можно коптить все подряд. Так что буду коптить и карася. Так что все, всем удачи, всем пока. До следующих рыбалок. Ловил вот на таком прекрасном озере. Природа. Красиво. Все, всем пока.